Так, 13 февраля 2022 год, Харьков, 17:35 по Киеву, Харькове. Намереваюсь снять луну. Это она. Сличайте. Звездочки. Поехали, наверное, Сириус посмотрим. Так. Сейчас смотрим на пояс Ориона. Вот там наш красавец. Раз. Два. И три. Сириус, соответственно, вуаля. Ох, у нас сейчас Юпитер спрячется за крышей. Но сейчас уделим немножко времени Сириусу. 8 световых лет. Это вообще в огороде. Очень рядом. Я вчера Бетельгейзе снимал. 500 световых лет, а тут 8. Ну вот только так, к сожалению. Пошли посмотрим на Юпитер. Это он, Сатурн у нас перед Солнцем сел за горизонт. Ой, какой ветер, жуткий ветер. О, вижу спутники. Ты представляешь? Надо же. Не ожидал. Вроде и дымка такая на горизонте. Но совершенно четко видно. По крайней мере, внизу, ну, так не видно на экране. Это сразу два спутника, Ганимед и Ио. Нет, отставить. Ганимед и Европа. Внизу одним пятном смотрятся. Дальше идет Ио. Ну, а Каллисто мы, наверное, не увидим. Я, по крайней мере, не вижу в окуляр его. Он сзади уже, позади. Юпитера.
Ну хорошо, хоть так. И на том спасибо. Февраля 2022 год, 17:40. Плеяд, я что-то не вижу. Еще слишком светло. Ну да ладно. Вчера их снимал.